Друзья, всем привет! В виде обзор квартиры, которая находится по адресу улица Култукская, дом 18, ЖК Стрижи Сити. Традиционно сначала покажу вам планировку квартиры кратко, а уже потом расскажем про квартиру в деталях, про микрорайон там и тому подобное. Как вы уже, наверное, догадались, квартира у нас студия, то есть у нас зал, совмещенный с кухней. Да, здесь у нас санузел с душевой. И есть еще вот такая небольшая лоджия. Ну, давайте теперь по порядку, как всегда, начнем с месторасположения. Очень интересное, сбалансированное месторасположение, потому что находится жилой комплекс буквально в, ну, наверное, 5-10 минут езды от центра города. Вот это у нас жилой комплекс «Художник» вам для ориентира. Там две высотки, это декабрьских событий 31. Ну и, соответственно, весь центр города как на ладони. Квартира у нас видовая, то есть это сегодня у нас паспортная погода, да, на момент 16 апреля 2024 года. Но в целом здесь закаты практически каждый день. То есть квартира видовая, с крутыми закатами, супер-супер атмосферная. По балкону, коль мы на нем находимся, тоже пару комментариев дам. Такой стильный, интересный балкон. Выйти попить чашечку кофе вечером, утром, или наоборот, бокал вина и так далее. Здесь очень-очень классно. Можно поставить какой-то небольшой стул, пуф и так далее. Будет прям супер-супер круто. По двору тоже обратите внимание, двор закрытый. То есть здесь получается у нас въезд, очень красивая детская площадка, очень красивая парадная. То есть если вы смотрели фотографии, да, то вы видели, насколько там все на уровне и красиво сделано. Ну и с точки зрения инфраструктуры, все в шаговой доступности, необходимо несколько классных кофеен прямо в самом доме, продуктовый магазин прямо через дорогу, все-все-все есть. Ну давайте теперь по квартире. Квартира на момент записи видео, это 16 апреля 2024 года, новая, в ней никто не жил, только что доделали ремонт, вы будете первым арендатором, и это, конечно, супер большая удача снять квартиру новой, в которой еще никто не проживал, здесь вообще абсолютно все новое, там пленочка где-то еще даже висит и так далее. Квартира супер продумана, делалась человеком для человека. Большое количество розеток у нас есть, обратите внимание, даже на потолке. Это розетка для того, чтобы, например, сделать гирлянду, если вы хотите, да, создать новогоднее настроение. Есть у нас розетка даже здесь. То есть вот вы сидите, работаете, ноутбук подключили, все супер удобно, все супер кайфово. Здесь у нас теплые полы и еще, конечно, вот такой стильный радиатор тоже бросается в глаза. Что еще мне дико нравится в этой квартире, это, конечно, панорамные окна. Обратите внимание, они у нас занимают большую часть стены, по высоте тоже практически во всю стену. Соответственно, здесь большое количество естественного освещения и супер закаты будут заливаться вам прям в квартиру. Что еще хотел бы отметить? В квартире большое количество источников освещения. Во-первых, обратите внимание, люстра здесь. Вот такие светильники, которые, конечно же, включаются отдельно. Вот такое красивое зеркало с подсветкой. Ну и, собственно, подсветка по кухне. Все это можно комбинировать здесь, например, по зеркалу можно вот так вот. Оп. Все это регулировать, как вам удобно. Ну и, конечно же, с точки зрения наполненности есть тоже все необходимое. Небольшой духовой шкаф, она же микроволновая печь, варочная поверхность, встроенный холодильник. Вот, подтверждаю, все новое, ничего еще не было в использовании, даже не сняты транспортировочный скотч. Дальше, телевизор смарт, конечно же, интернет уже заведен. Здесь у нас еще, так как квартира новая, какие-то моменты еще там, ну вот буквально пару дней будут доделываться. Здесь у нас, получается, будет вот такая красивая тумбочка, куда можно положить там всю мелочевку и так далее. То есть вы выходите, там подухарились, все, посмотрели на себя любимого и, собственно, пошли на улицу. Дальше. Здесь у нас санузел. Обратите внимание, санузел совмещенный, очень красивая керамическая плитка на стенах. То есть это у нас такой глянец благородного цвета. Здесь у нас электрический полотенцесушитель. Очень классно сделана душевая система за счет того, что тут нету вот этих, знаете, ляпистых шторок. Здесь вот такое красивое закаленное стекло, ну и, конечно же, красивая душевая инсталляция из керамомарацци. Дальше, здесь у нас получается раковина, здесь у нас зеркало с подсветкой, так все выглядит, унитаз и система хранения, вот это вообще очень классно продумано, то есть все, то есть всю бытовую химию и прочее можно сюда отправить. Ну и, конечно же, здесь у нас вот такая стиральная машина. Собственно, показал все, что хотел показать. Будем рады вас пригласить на просмотр этой классной квартиры и надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором. Спасибо.